Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе. В студии Артемий Заварзин. Добрый день. Итак, сегодня продолжаем радоваться лету. По прогнозам синоптиков, эта и следующая неделя будут жаркими. Значит, увеличится количество отдыхающих у воды. Хотя официально открытых пляжей в Архангельской области только 7. 4 находятся в Ленском районе, 1 в Каргополе. Это городской пляж на реке Онега. Отдохнуть у реки также смогут катлашане и жители Неандамского района. Пляж действует у озера Боровое. От муниципальных образований в Роспотребнадзор на обследование дна в местах массового отдыха у воды поступило 64 заявки. Из них 14 в детских оздоровительных лагерях, остальные в местах общего пользования. Водолазы продолжают проводить очистку дна по всем заявкам. Добавлю, что на акватории порта Архангельск пляжей и мест для купания в этом году нет. Глава Котласского района Светлана Брыльнина снова отправлена под домашний арест. Архангельский областной суд отменил решение Котласского городского суда о заключении под стражу и помещении в СИЗО. Основанием тогда послужили представленные сотрудникам УФСИН данные. Якобы Брыльнина покинула пределы дома вопреки ограничениям. Напомним, глава Котласского района была задержана 16 мая по подозрению в должностном преступлении. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе в крупном размере». Речь идет о более чем 800 тысячах рублей. Сейчас Светлана Брыльнина снова находится под домашним арестом до 15 июля. В дальнейшем мера пресечения, скорее всего, будет продлена. Если вину главы Котласского района докажут, ей грозит до 12 лет лишения свободы. В Архангельске жители поселка 29-го лесозавода подняли панику из-за проблем с автобусным сообщением. На линию перестал выходить маршрут номер 180, который шел с ЖД вокзала на территорию поселка. В качестве альтернативы люди были вынуждены ездить на маршруте 124, который, по их словам, постоянно переполнен из задачников. На 29-м лесозаводе проживают около 1500 человек. Многие работают в городе, и для них наличие 180-го маршрута не просто вопрос комфорта, а жизненная потребность. Сейчас в воскресенье ехала, не могла сесть в автобус, чтобы браться до 29-го домой. Одни дачники в автобусе. Автобус остановился, но никто даже не пошевелился. Все стоят и смотрят на меня, смеются. И дальше поехали. А я как должна в город ехать? Или такси за 600 рублей нанимать, чтобы домой добраться после работы? В городской администрации людей поспешили успокоить. Проблемы на 180-м маршруте временные, и его отмена в дальнейшем не планируется. В настоящее время проблема, которая возникла на предприятии, решена. Автобусы ходят в штатном режиме в соответствии с расписанием. Ситуация находится на контроле департамента транспорта, строительства и дорожной инфраструктуры. На дорогах северных районов начали работу бесплатные понтонные переправы. Одна из них на региональной автодороге Архангельск-Карпогоры в районе поселка Ясный через Пинигу. Решением регионального правительства с нынешнего года переправа является бесплатной для пользователей и финансируется из регионального дорожного фонда. В начале следующей недели может заработать переправа через Пинигу в районе Палинги. Нормализуется и ситуация с переправами в Мизенском районе. Открыто движение по понтонному мосту через реку Кимжа. Понтонная переправа на Шенкрус для пешеходов бесплатная, но мало приспособлена к передвижению пешком. А для легковых автомобилей плата в этом сезоне увеличена до 80 рублей. Поднялась стоимость услуг по сравнению с прошлым годом. В прошлом году, например, было 60 рублей, а сейчас стало 80 почему-то. Хозяин понтонной переправы, ремонтно-эксплуатационное предприятие Шенкурска, объясняет удорожание услуги большими затратами на содержание конструкции. У нас, скорее всего, что выходит в ноль, так как у нас постоянные здесь катаклизмы, и мост военный, очень как бы старый получается, и надо очень много вкладывать в него, модернизацию этого моста. Ввиду того, у нас не хватает денег, даже на сегодняшний день тарифы должны быть больше, чем сейчас. Интересная ситуация с тарифами в Виноградовском районе. В поселке Березник на новом пароме жителям с одного берега на другой можно переправиться всего за 13 рублей. Впрочем, это только малая часть плюсов, которые модернизированное судно приносит и жителям, и работающему в районе бизнесу. Далекому от инженерных тонкостей северянину может показаться, что хрупкое с виду судно едва набирает скорость из-за большегрузов на борту. Но после ремонта паром СП-17 превратился в настоящую зверь-машину. Удлинена площадка для заезда, расширена грузовая палуба, усилен корпус. Так что теперь судно может не то что по водной глади, по ледовой шуге ходить. Модернизированный паром – единственный в области. Проект обошелся гораздо дешевле строительства нового плавсредства. Мы попросили у нынешнего губернатора Игоря Анатольевича Орлова помощи
по софинансированию работ по ремонту этого СП-17 нашего. Ремонт обошелся в 14 миллионов, где 10 миллионов предоставила помощь Архангельская область, и 4 миллиона это были средства районного бюджета. Пользоваться переправой могут свыше 5000 жителей района, проживающих в поселках на правом берегу Двины. Поездка – одно удовольствие. Вот уже 8 лет ее стоимость не повышалась и составляет всего 13 рублей. Проезд у нас нормальный, по-божески. Да, у нас нормально. Здесь, во-первых, очень хороший состав работает. Моторист очень хороший, всегда поможет. Все. Я вот с палочками, он мне всегда помогает. Модернизированный паром может перевозить за один рейс 70 пассажиров. Судоремонтники, кстати, с Архангельской Красной Кузницы, заверили, на ходу СП-17 будет как минимум 15 лет. Выполнять придется разве что плановый техосмотр. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Решился транспортные вопросы в Красноборском районе. Теперь знаменитую среди грибников Белую Слуду и Дябрино соединяет новая дорога. Северная Двина поделила Красноборский район на две части. Самый густонаселенный – левый берег. Здесь проживает около 10 тысяч человек. Всего 2 тысячи на правом берегу. Соединяет их паром. Еще год назад дорога в районный центр для жителей правобережья занимала 2 часа. Сегодня минут 30. Это стало возможным благодаря капитальному ремонту автодороги через Старицу Двины в районе населенного пункта Смагина. В этом году вот такая большая вода, и дорога не была в ходе. Долго бы тут этот паром ходил, бы, до сих пор бы булькался сюда. Труднее бы было, конечно, попадать сюда людям. Решение об этой дороге принималось очень долгие годы, поскольку это затратный проект. То есть надо было доплывать не до Дябрина, а до Смагина. Поэтому жизненно важный вопрос, я считаю, что мы решили. Жизненно важный для красноборцев объект обошелся бюджету области в 25 миллионов рублей. Работы были проведены в прошлом году. Капитальному ремонту подлежал участок дороги протяженностью в 170 погонных метров. После проведения работ в прошлом году по укреплению откосов насыпи, подошвы насыпи, матрасами Рено с заполнением щебнем, по укреплению, усилению дорожной одежды 50 сантиметров фракции 120/200, ну, позволило в этом году в кратчайший период открыть движение по данному участку. Чтобы наверняка избежать подтопления дороги во время прохождения паводковых вод, подрядчик заменил и водопропускную трубу. Диаметр новой почти в 2 раза шире. Как видим, со своей задачей она справляется даже при большой воде. Елена Кермич, Алексей Вачик, Архангельское телевидение, Красноборский район. В регионе в самом разгаре приемная кампания в вузы. Этот год уже побил все рекорды по количеству иностранных студентов, желающих обучаться на севере. В САФУ значительно расширилась география стран. Уже известно, что в сентябре к учебе приступят студенты из стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. При этом уже подали заявления абитуриенты из Сан-Томе и Принсипи, Японии, Португалии и Замбии. На сегодняшний день в Северном Арктическом университете обучается 706 иностранных студентов из 47 стран мира. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов в 16 часов на канале ПС. До встречи!